Депутаты французского парламента встречают президента Украины стоя шквалом оваций. Путин не остановится на Украине, если ему не помешать сейчас, заявил Владимир Зеленский, выступая перед французским национальным собранием. Следующими жертвами российской агрессии могут стать страны Балтии, Балкан или Польша. Однако и Европа не предел. Российский диктатор продолжает разрушать Сирию, а также финансировать терроризм в мире, подчеркнул президент Украины. Единственный способ остановить Путина – победить Россию на поле боя. Чем может Путин выиграть всю битву? Может ли Путин выиграть эту битву? Нет, потому что мы с вами не имеем права проиграть. Может ли эта война погаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет, потому что никаких линий для зла не существует, как 80 лет назад, так и сейчас. Если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст лишь паузу перед новой войной, как и тогда, когда зло разворачивало агрессию против своих соседей в 1930-х годах. Гитлер преодолевал линию за линией, так же это делает Путин. После выступления в парламенте Франции Владимир Зеленский встретился с президентом США. В ходе встречи Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине на 225 миллионов долларов. В него войдут в том числе зенитные ракеты «Стингер», боеприпасы для «Хаймарс», катера и бронетранспортеры. Президент США также извинился за задержку в принятии финансирования для Украины. Вы продолжаете бороться таким образом, что это просто восхищает, и мы не собираемся бросать вас. Я прошу прощения за те недели, когда мы не знали, что происходит с точки зрения финансирования, но мы наконец сделали это, и с тех пор я объявил о шести значительных пакетах помощи, включая сегодняшний. Искренне благодарю, господин президент. Большое спасибо вам и вашей администрации за вашу поддержку. Крайне важно, что вы остаетесь с нами, что есть двухпартийная поддержка со стороны Конгресса. Очень важно, что Соединенные Штаты, весь американский народ остаются с Украиной, как это было во время Второй мировой, когда Соединенные Штаты помогли спасти человеческие жизни, помогли спасти Европу. А Франция передаст Украине партию истребителей. Об этом заявил французский президент. Завтра мы начнем новое сотрудничество и объявим о передаче французских истребителей Мираж 2005, которые позволят Украине защитить свою землю, свое воздушное пространство. Мы также начнем программу подготовки пилотов и передачу самолетов. «Мираж-2000» — это французский многоцелевой истребитель четвертого поколения. С их помощью Украина сможет запускать дальнобойные ракеты «Скальп» или «Сторм Шедоу» по военным целям в российском тылу. И уже очень скоро, говорят эксперты. Решение решения о французских самолетах «Мираж» — последние модификации, которые, первые из которых ожидаются уже в этом году в вооруженных силах Украины. Ну и некоторые другие договоренности. То есть в первую очередь Украину интересует, я думаю, создание условий для того, чтобы она могла поддерживать свою обороноспособность в этой сложной ситуации. Это, конечно, зависит от финансов, от вооружений, Снаряды и многих других составляющих, которые в том числе может и Франция тоже Украине предоставлять. Владимир Зеленский во Франции провел также ряд переговоров, встретился с главой национального собрания, руководителями комитетов, министром иностранных дел. Обсудили дальнейшую поддержку Украины и новые санкции против России. Отдельное внимание уделили подготовке к глобальному саммиту мира в Швейцарии и переговорам о вступлении Украины в ЕС.